Так, здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился. Тут у нас Лерочка. Лерочка, покажи свой маникюр. Давай, моя хорошая. Вот, маникюрчик сделали, посмотрите. Посмотрите. Вот такой вот. Это гелевый. А дизайн Лера сама придумала. Вот такой, со стразиками. Фиолетовый с черным. И вот. Так, ну а теперь посмотрим, чем Лере было жалко выкинуть вот такой календарь за 2011 год. Ей жалко. Она что сделала? Она взяла и вот с другой стороны нарисовала. Давайте посмотрим, как Лера рисует. Это начало. Это начало. Давайте посмотрим. Такая красота. По интернету там смотрела и рисовала, как да. Рисует. Вот красиво как. Бамбук. А здесь у тебя просто лук. Лук. Здесь бамбук. Она хочет здесь еще что-то нарисовать. Это ты какими красками рисовала, Лерочка? Гуашь. Гуашь ее рисовала? Так. Дальше посмотрим. Ой, красота какая. Прибой. Это наше Черное море она нарисовала. Дальше. Вау, водопады. Это ты где? Карпатские водопады. Супер. Ой, какая красота. И все, больше нету, да? Вау! Наша Поля. Дача. Обожаю. Да, дача сразу не ассоциация дача. Я обожаю маки. Здесь яркие поставила. Я тоже маки рисую, пока. Только по-другому. Классно. Супер. А вот уже что-то какого-то кота хочет нарисовать. Да, пока не закончено, показывать не будем. Как закончит, покажем. Так что вот так вот у Лерочки. Но я не показала вам цветочки. Здесь фикус. Ага. Здесь, вот это вот фикус, да. Это к фикусам и вот относится. Смотри, девочки, оно блестит, я Но пивом, мне очень пивом нравится. Протираю листочки, чтобы они пивом. Блестели. Я тоже пивом они протираю. Они блестят. Да, и я тоже пивом, я знаю эту фишку. Если пивом протирать, будут блестящие. Да, красиво. А вот это, знаешь, что это долларовое дерево? Долларовое. Не денежное, а долларовое. А долларовое. Есть денежное дерево, а есть долларовое. Так, сейчас. Вот здесь у нее кокос, почему-то каким-то макаром она его сюда дырки сделала. Что-то будет делать. Кокос, я люблю. Там тоже что-то по земле. Там что-то она. Посажу. Землю ага. Будем быть такие мими. Ух ты, смотрите. Черепа. Ой, она еще и головой кивает. Класс. Тут у нее копилка. Я люблю рассматривать. Здесь у нее ежики. Всякие разные. А вот, смотри, там вот кошка сидит. С поля сама. Так. Масло. Ух ты, ух ты. Уже именно на года 2 или 3, наверное, этим да? Сушилось. Класс, подожди, глянем вот тут, что у тебя. Вот это вот мне интересует растение. Какой-то лист такой интересный. Это, соседка его просто выбросила. Красиво. Она что-то психнула, поломала его. Да ты что? Да, ну что-то она психнула. Я ее, какой короче, забрала красивый. И выходила. Правильно сделала. Это бамбук такой. Бамбук вырос. Прям вырос отлично. Вот, так он у тебя вот так вот прям вот здесь растет да. Без света? Ну, нет, свет вот у меня на потолке. А, ну я видела, да, у тебя на потолке. Ну, вот класс. Гитару убираю. Классный бамбук. В оливковом свете у меня. Высокий. Комната. Да, и на фоне оливки хорошо смотрится. На фоне оливкового цвета очень хорошо. Уголочек у нее такой зеленый. И там кошка сидит. И да. Там кошка сидит. У нее тут везде кошки. Капель. Очень и классно. Внимание. Да. Вот такой вот. И живые. И живые кошки. И неживые кошки. Каких только. Класс. И сразу у нее здесь шапка купе. И так хорошо видно. Супер. И вот морская тематика. Так, что там у нас? Моя коллекция. А, сейчас мы посмотрим. Сейчас. А здесь нам... Здесь нам этот играет. Розенбаум.